Самое тяжелое – это быть женщиной. Потому что женщина в 9 раз чувствительнее мужчины. Ее разум чувствительнее в 9 раз, но практичнее в 9 раз. В 9 раз чувствительнее ее эмоции. По малейшему поводу она может заплакать или испугаться. Женщина глубже переживает события жизни, поэтому она должна быть под защитой мужчины. Глубже чувствует счастье, боль, горе, материнство. Поэтому именно женщина совершает подвиги, как мать по своей природе. Ради ребенка, например, она готова пожертвовать жизнью. Но поскольку она глубже в 9 раз, то ей и исправляться труднее в 9 раз, чем мужчине. Если для исправления мужчину можно отправить в армию, то для женщины такие жесткие меры будут травмой. Женщину возвышает только любовь. Благодаря ей она способна на великие подвиги. Если ее никто не любит, она становится самым несчастным, никому не нужным существом. Приходит скорбь, болезни, потеря красоты.